Итак, сегодня на обзоре очень интересный современный прибор R80 фирмы Visionix. Его выпускают две фирмы немецких, Zeiss и фирма Schöne, и французская фирма выпускает этот прибор. Этот прибор включает в себя четыре необходимых девайсы, которые используются в офтальмологических клиниках, оптиках. Это авторефрокератометр в этом девайсе, значит, кератотопограф, аберометр и пупилометр. Вот внешне вот такой современный дизайн у прибора, достаточно компактный для того, чтобы делать необходимые измерения, и не такой уж и тяжелый, как это кажется внешне. Он весит всего 25 килограмм. Значит, прибор оснащен сенсорным монитором, где врач пользуется всеми возможностями, которые необходимы для измерения, то есть меню. Нужное измерение выбирает, например, авторефрактометр или топограф, может это все отдельно делать. Вот. Также прибор имеет джойстик небольшой, в принципе, он даже наверняка и не нужен, потому что прибор делает абсолютно все сам. Остается только нажать на кнопку, и прибор делает полностью все измерения, которые вы отметите галочкой в меню. Значит, к прибору идет вот такая сенсорная ручка. Также можете пользоваться мышкой. Клавиатура подключения также есть. Порт, два порта USB. Лановской линии интернет. Достаточно современный, технически и программно созданный агрегат. Значит, вот на экране сейчас вы увидите, какие измерения делает прибор. Вот правый глаз и левый. Отдельно выводятся все измерения. Значит, сфера, цилиндр, угол. Вот, значит, вот диаметр пупилы. Также с двух сторон, правое и левое. Так, включаем. Он выключается периодически, когда врач или другой человек, который пользуется этим прибором, не использует его, там, скажем, 5 минут или сколько, он автоматически ставится в спящий режим. Ну, к прибору идет также описание, вот сервис-мануал в следующем таком издании. Ну, он простой, конечно, в эксплуатации, реально нажимается только одна кнопка, и прибор начинает измерять то, что вы внесли в меню. Также есть вот две кнопки, это поднятие подбородника вверх-вниз, и этим джойстиком врач может также поднимать вверх-вниз, вправо-влево, и вперед-назад двигать вот эту вот верхнюю часть этого прибора. Ну, с этой стороны, как вы видите, не очень хорошо заметно, но вот сейчас вот уже более видно. Сфера для измерения кератотопографии. Вот, достаточно небольшая, компактная такая, но очень точно делает измерения. Ну, такой прибор выпускается фирмами Zeiss, также Rodenstock и фирма Schöne. Вот три названия в одном приборе и четыре прибора, так сказать, вот в этом одном. Это еще раз повторяю, что это авторефрокератометр, вот измерение, значит, аберометр, кератотопограф и пупилометр. Так что приобретайте этот замечательный прибор, этот девайс. Пользуйтесь и
Кстати, о надежности этого прибора не приходится много говорить. Он действительно не требует никаких особых уходов и содержания. Бумага в принтере меняется очень просто, все автоматически, буквально ставите новый рулон, потом бумагу просто кладете на небольшой ролик, и она сама затягивается прибором внутрь, и сразу же тестируется общее состояние. Так что прошу звонить, заказывать и пользоваться этим замечательным прибором.